Давай, бери пыл, неси тогда пыл, меня кусаешь. Как кусать, так горазд. А как пыл нести, так нет тебя. Позвольте, позвольте сюда. Ой, ты там съешь. Заходи, Петрух. Hello, Emma. Hello. Hi. Hi. Oh, hi, I see you. How are you? I'm fine, thank you. And you? Good. Yeah, I'm fine. It's Friday. Okay, it's Friday. Yes, Friday is good day. The best day, I think. Yeah. Yeah. Okay. So you live in the forest. I live in where? Around me wood and forest and near road. One big road near. Maybe you off your video. Maybe it's better to work. Так. Окей. Угу. Yeah, hello. Okay. We can do this without the video. If for you okay, for me okay. Without video yeah, also. Yeah, it's okay. Are you this big celebrity in Russia? Not big, but a little. Okay. How old are you? 42. But you have a girlfriend or boyfriend? No, yes, I have a girlfriend. I have many friends. I think it's if you ask about my family, all the world my family is. Okay. Now we have big problem in Russia with Putin's corruption, the biggest problem. And the next year will be election, president election. And we have one important guy, Alexei Navalny, his name. Yeah. And this guy need help from citizen, help to win this election. And I help him. Alexei. Is he a friend or? No. I don't know him. No, we not connected. We have no connection. I go to sauna, and in sauna he have. This is sauna. Emma. This is two windows outside. Wow. Yeah, I can see. It's very nice. And now I go outside. It's my foul. Maybe. Oh. Yeah, but you can send me photos. No, is you wish, okay, mail maybe, or through Facebook, as you wish. It's email also okay.
Здрасте! Здравствуйте! О, надо же! Россия 24. Да. Алиса. Да, совершенно верно. Алиса, 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 это я кролик. Я должна была упасть, да, в кроличью. Да, да. Петруша, это Алиса. Алиса, это Петруша. А вон он сидит. Вот он глаз такой прикрывает. Какой красивый. Здравствуйте, заходите. Так. Я бездомный. То есть я бездомный. Я нормальный, российский, обычный бездомный. Я могу предположить, что из вас троих как минимум один точно бездомный, такой же, как я. Ну, критерий бездомный – это когда нет своего дома. Мне кажется, самый простой критерий. То есть у вас нет, ну, у кого-то нет своего дома. То есть, может быть, у кого-то из вас одного точно есть свой дом. Ну, то есть в неком документе о праве собственности фамилия обозначена как собственник там, или там, общий собственник помещения. Остальные все живут на съемном жилье наверняка. А кто-то, может быть, жилье у родителей, например, живет с родителями. Ну, просто деваться больше некуда. Не хватает денег на то, чтобы себе свою крышу иметь. Так что, в общем, добро пожаловать просто такому же бездомному, как и вы. Угу. Я еще в Москве там как-то по углам там что-то работал, какие-то деньги зарабатывал, что-то там как-то было. Но стало понятно, что я вот работаю в Москве, там что-то какие-то мне деньги платят. Эти деньги, ну, там хватает, конечно, на то, чтобы какой-то угол снимать, какая-то еда там, что-то там, но как бы никакого светлого будущего перед моими глазами уже нет. И стало понятно, ну, а как эта проблема? То есть, получается, что? Получается, я хожу каждый день на работу, там, трачу там 8 часов времени, 11 месяцев в году. Для чего? Для того, чтобы иметь кусок хлеба и крышу над головой. Я стал думать, очень странно. То есть, получается, я работаю всю жизнь, чтобы иметь кусок хлеба и крышу над головой. А потом я посмотрел и подумал, слушай, а на самом деле кусок хлеба стоит, ну, не так дорого. Мне кажется, для того, чтобы иметь кусок хлеба, не нужно работать 8 часов в сутки. Потому что если, например, горох стоит, там, 35 рублей с санкциями, например, то получается, что еда стоит сейчас в России, ну, минимально, рублей 500 в месяц, и ты в шоколаде. Ну, не в шоколаде, а в горохе в данном случае. Вот, и 500 рублей. Думаешь, подожди, 500 рублей в месяц, это значит, на год нужно 6 тысяч рублей, а на 10 лет нужно 60 тысяч рублей. То есть, получается, ты берешь 60 тысяч рублей, и 10 лет ты можешь о еде не думать. Так, остается, значит, вопрос крыши над головой. То есть, как вопрос крыши над головой решить? То есть, понятно, что, с одной стороны, можно залезть в Конституцию, посмотреть, что там каждый гражданин России, у нас социальное государство, там имеет право на улучшение жилищных условий. Ты, конечно, можешь подумать, подожди, вот я живу в Москве, там лет там я 15 прожил в Москве или 14, как-то, наверное, там какие-то жилищные условия, представление о том, что там в России уже технологии большие, то есть, как бы, в современности картонный домик, как в Америке, построить, стоит какие-то копейки. Но в России этого нет. Если Шувалов, как бы, вот, если у нас вопрос состоит о том, что человек там 14 этаж в этой самой, что у него там самолет за 50 миллионов долларов, то, как бы, наверное, ну, разумно подумать так, что если зам председателя правительства живет в таких шоколадных условиях, то, как бы, обычный россиянин, наверное, ну, хотя бы в гороховых условиях должен жить с точки зрения жилых помещений. Ну, хотя бы 20 квадратных метров, которые смешно Шувалова, как бы, вопрос должен быть не вопрос для россиянина. Но я так посмотрел, вокруг себя 20 квадратных метров не нашел жилого помещения. Я подумал, окей, значит, с этой стороны мне думать не стоит. То есть стучаться в какие-то кабинеты, да, там, ребята, знаете, тут какая-то конституция, мы там граждане, я там голосую, там вся вот эта история, там патриотизм, Россия самая лучшая страна в мире, вот это все, как бы, меня эта история не интересует. То есть меня история интересует конкретная. Да. Где мне, как мне получить крышу над головой, для которой не надо это самое? Я стал думать, ну окей, а что мне надо сделать? Мне надо что-то сделать. Вот как бы я подумал, слушай, а вот есть дорога Москва-Переславль, ну в смысле Москва-Ярославль, я могу по этой дороге просто поехать и посмотреть окружающие, едешь, когда поля, леса, все свободно, людей нет, никому ты не помешаешь. Я подумал, слушай, я просто найду себе прекрасное местечко на этой дороге. И прям на обочине дороги, ну, потому что у меня машина есть, на этой машине она летать не умеет, поэтому как бы вот так. И я подумал, найду себе место прекрасное, поставлю палатку и буду в ней жить. Ну, как турист. Турист, если идет, он поставит палатку и в ней живет там день, два, три. Ну, я поживу тоже день, два, три, пять поживу, неделю поживу, две недели поживу. Как бы вот я ехал, нашел место, самое лучшее, на мой взгляд. Поставил палатку.
Ну, следующая такая конструкция, которая мне показалась великолепной, это построить дом подземный, землянку. Я взялся и довольно быстро этот дом построил, и вот в нем сейчас живу. Навальный сейчас единственный, кто, скажем так, из тех, кто на виду, более-менее получил какую-то активность, популярность. Это единственный человек, который как бы представляет собой политическую конкуренцию. Абсолютно несмотря на его личные воззрения. То есть, понятно, что у меня там, может быть, с ним какие-то противоречия там, по поводу Крыма и все это другое. Но в целом, то есть это как та история, знаете, когда типа мне глубоко как-то там ваши личные воззрения, но за право их иметь я вас поддерживаю. Это та же самая история. Поэтому Навальный победит, он будет президентом России. Потому что я не один такой. Вареный горох. Да, заходите, пожалуйста. Спасибо. Здравствуйте. Здравствуйте. Я случайно увидел вас. Да, хорошо, сейчас я... Решил заехать. Да, хорошо. Езжу часто, а так не решался до этого. Да, вот вы можете вот сюда присесть. Да. Спасибо. А то мне как-то сказали раньше, что здесь какие-то... Неверующие живут, типа. Неверующие, да. Ну, как... Сектанты, типа. Да не, ну какие сектанты. Я думаю, не решался все. Да. Я вот вашему другу морковки привез. О, морковки это великолепно. Да? Вы прям можете сейчас его угостить. Да. Он будет. Я вам хлебушка привез. Водички там. Вы иногда позволите, я буду заезжать к вам? Да, конечно. Да. Я часто езжу, у меня дача там в Ярославской области. Ну не дача там, домик летний. Да. Домик глухой деревни, я тоже люблю глухие места. Специально купил там 8 лет назад кусочек земли, домик маленький построил себе. У вас хорошо интернет, все есть. 21 век? Да, точно. Сейчас с этим пакетом Яровой. Ну, про пакеты Яровой знаете? Да, слышал, конечно. Сейчас, как бы, там же сейчас вопрос в деньгах большой, поэтому уже поговаривают операторы сотовой связи, начинают... тарифы безлимитные отключать. Да. Потому что же там по тарифу Яровой на 3 года они должны операторы, ну, операторы интернета весь трафик хранить. А трафика много. Естественно, да, да. Они пытаются безлимитные ограничить, чтобы люди меньше качали, чтобы меньше хранить было.
Вот, один из способов — это ограничить интернет, и уже Йота вроде как отключила, ну, перестала подключать абонентов на безлимитные тарифы. Спасибо за прием, я вас покину. Да, хорошо. Заезжайте. Да, спасибо. Да. Меня Виктор зовут. Юра. Что, Юра, очень приятно было познакомиться. Ага, понятно. Держи. Всего, всего доброго. Всего хорошего. Осторожней, голова. Осторожней. Вот. Ага. Всего хорошего. Спасибо. Да. Такие люди для власти не то что опасны, но она на них не может опираться. Таких, как он. Почему? А потому что он создает видимость того, что он власть поддерживает, но на самом деле ее не поддерживает. Ну, то есть он такой. Как бы. Типа. Ну, типа запуганный. Типа запуганный, а на самом деле при возможности козу покажет. Встал, встал, встал. Не мешай мне тогда подметать. Давно хотел посмотреть, что заходите. У вас тут. Ну, нужда привела. Заходите, можно поговорить? Пожалуйста. А тут можно добраться на попутке куда-нибудь? Да нет, добраться-то можно, вы-то доберетесь без проблем вообще. Тут вообще никаких... Завтра приеду. Нет, а вы приедете с чем? С запчастями. И вы на месте будете чинить? А вы сможете починить? Ну, я летом левую сторону сделал. Ну, думаю, надо правую. Ну, как вы это? И правую не сделал. Да. Я тут это вчера ролик нашел, как Навального тащили полицейские. Калашку? Ну, это... его что-то брали когда-то. Да? Это много раз тащили, но это вообще замечательный ролик такой. Ну, в смысле, один из... Ну, видимо, фильм такой, эпизод. То есть он просто идет. Вон, там уже Вова потащили уже. Забираем, да, забираем, да, говорит. Секунду. Все. Вы же все оставаться здесь! Пусти немножко. Ну, я так думаю, это тогда его под ручки несли вот на этом кадре, вот так. Я думаю, сейчас его уже так... Сейчас же, когда его эти самые забирали из Москвы, приставы-то, они же приехали там, типа, здравствуйте, этот, повели его, ну, в смысле, пойдемте там, заехали, да, домой заехали, он ищите собрал, потом пожрать там зашли. То есть, как бы там, ну, то есть, люди как бы начинают потихоньку въезжать. Нет, кричит ребята, говорит, посажу. Да, посажу, говорит. Приду, посажу. Да, а эти уже думают, ёба, а может, правда, он сейчас придет. Так, да, это как бы с этого все начинается, люди начинают потихоньку. Наглость, да, вот тут правильно, да. Вот такая наглость, как будто это правда. Да, вот. Так он прям, он же, это же как бы один из элементов, он уже ощущает за собой власть. Ну, если тут на Ярославском шоссе сидит какой-то бомжар, и там он уже по всей миру эту надпись, то как бы, причем, где он, а где я? Ну, говорю, между нами какое расстояние? Мы с нами, мы с ним даже не знакомы, грубо говоря. О, да. Придет он у тебя пиар-директором. Ну, как бы, не, ну я не пойду к нему пиар-директором. Ну, неважно. По России. Дело не в этом, нет, я не о аспекте того, что типа у нас с ним связь какая-то есть, типа я там он мне что-то должен, а в отношении того, что он вот там, а о нем там типа полстраны знает, ну, условные полстраны. И как бы типа. После 20-го России будет золотой век. Хоть гороховый бы век настал. Гороховый. Вы про золотой.
точки зрения символизма, я вижу здесь как минимум соединение двух идей. Первая идея – это идея такого эстафеты огня. И я воспринимаю то, что эстафету я эту принял от Павленского. То есть его огонь, он зажег огонь, и этот огонь у меня в руках теперь. И, наверное, та эстафета, когда мы можем говорить о воспламеняющихся сердцах граждан России, наверное, тоже этот аспект можно затронуть. То есть, из искры возгорится пламя. Ну, то есть в моей жизни горит огонь. То есть если говорить мою гражданскую жизнь, то в ней горит огонь рядом с именем Навального. Я предлагаю людям тоже зажечь этот огонь. Может быть, от этого у нас в России будет светлее.